С просьбой помочь разобрать послание деда, датированное 40-м годом, обратилась жительница Мурманска. Попробовать расшифровать решил димитровградец Владимир Бондаренко. Вот так оно выглядело на фото. Вместо некоторых букв – черточки и точки. Буква «Е», например, в этой шифровке обозначала маленькая черточка снизу. Буковка «Т» – черточка сверху. Буква «В» – это три точечки. Ну, то есть вот так вот потихонечку и получился текст. Оказалось, что это не секретная шифровка. По версии Владимира, скорее всего, и точечки, и черточки объясняются малограмотностью как самого писавшего, так и тем, кому надпись была адресована. Его, возможно, или родители, или возлюбленный кто-то там, не знает толком грамотность. Поэтому, возможно, скорее всего, вот этим шрифтом, который он понимал, что они его прочтут, он и делал это. Красные буквы – это уже восстановленный текст, получился простой. Там написано на долгую вечную память моим многовозлюбленным родителям от многовозлюбленного сынка. Вот такая была надпись. От жительницы Мурманска Владимир Бондаренко получил огромную благодарность, ведь почти 75 лет родственники не могли расшифровать надпись деда, оставленную, как выяснилось, на довоенной фотографии. Арина Макарова, Виталий Немов, «Наше время».